Итак, мы уже в Хмао, но еще не в Нефтеюганске, мы в Сургуте. Это наш еще один такой привалочный промежуточный пункт. Сейчас поедем к друзьям менять масло в марке, в моторе. Антифризы доливать, ну и в целом вообще проверить его техническое состояние. И вы посмотрите, за моей спиной находятся боксы сургутского масломарта. Если мы перегородим ненадолго, нормально? И прям туда по центру вставай, мы никому мешать не будем. Помаши хоть ручкой. Так, нам надо задомкратить жопу Марка, потому что радиатор находится сзади, ну, в багажнике, и когда будем наливать, чтобы радиатор был выше всей остальной системы. Ты поправлял левое колесо? Ну, из всей этой сходки у меня тут самая разбитая труба машина. Я заряжал это. Сейчас заглушу. Это себе. Так, все, что делать, мы будем нажать на эту силу.